четыре стадии развития любви снизу вверх. Как они происходят? Как любовь к товарищам превращается в любовь к Творцу? Это происходит на каждой ступени одновременно, или это происходит после? Он учится, он изучает на себе все эти уровни любви. Потом он раскрывает Творца и может увидеть, на каких уровнях любви находится Творец. Это называется «из любви к творениям, к любви к Творцу».